Всем привет, вы на канале Рыбалки. Подписывайтесь на мой канал, а также на аккаунт ВКонтакте. Видео выходит регулярно, каждый понедельник и пятницу. И сегодня я продолжаю снаряжаться к зимней рыбалке. Сегодня на обзоре у нас будет вот такие вот сапоги. Рыбацкая обувь. Именно для зимней рыбалки, также и для летом. Ну, короче, универсальные они такие. Сейчас более подробно их рассмотрим. Выполнены они из так называемой пенки. И это главная их особенность, так как они очень легкие. Ну, данная модель, вот она с манжетом идет. Я взял с манжетом, она всего как бы на 100 рублей подороже. Вот, решил взять с манжетом. Тут присутствует внизу шпора для удобства съема. Ну, вот так выглядит, ничего такого особенного. Я дороговато немножко взял, рублей за 900. Внутри также находится вот такой вот носочек с такой отражающей как бы поверхностью, то есть тепло она будет очень хорошо держать. Вот и для зимней рыбалки очень она хорошо идет, многие берут они. Технологии развиваются, валенки — это уже совсем не то, надоело мне в валенках ходил, это ужас просто, они тяжелые, а эти легенькие. Вот валенки тем более мокнут, к тому же приходится там какие-то бахилы еще пробовать надевать. Ну вот, обновился к зимней рыбалке, практически готов, одежда есть, ящик есть, там по удочкам немножко осталось еще. Ну, сейчас более так ближе посмотрим. Ну, в принципе, что по ним сказать можно, они в принципе очень легкие, ничего тут мудреного нету. Сверху находится такая вот манжета, она затягивается, то есть можно затянуть, чтобы снег не попадал. И вот такой вот носочек с такой как бы типа фольга или что там, там такой материал как бы, чтобы ноги ваши не замерзали. В принципе, их можно без этого носка использовать и летом. Вот, вот так вот они выглядят. Ну, на сегодня на этом все. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем пока, до новых встреч.